Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Дэнди Динмонт Терьера. Дэнди Динмонт Терьеры изначально были выведены в Шотландии для охоты на мелкую дичь. Селекционеры хотели создать собаку, которая имела бы небольшие размеры, но при этом обладала бы быстротой движения и реакции. В итоге в процессе разведения собака обрела не только хорошие охотничьи навыки, но и необычную милую внешность со спокойным характером. Порода это Дэнди Динмонт Терьер, родом она из Англии, породе уже 200 лет, но они очень редкие, на грани вымирания. В России совсем их немного, ну и вообще в мире немного. Характер очень замечательный, порода очень ласковая, добрая, то есть собаки такие семейные, очень душевные. Дэнди Динмонт Терьеры имеют миниатюрное удлиненное тело, рост холки у представителей породы обычно составляет от 20 до 28 сантиметров, а вес редко превышает 11 килограммов. Шерсть у этих собак длинная и жесткая. Несмотря на свое изначальное охотничье предназначение, Дэнди Динмонт Терьеры – жизнерадостные и добрые собаки. Они любопытные и общительные. Представители породы отлично уживаются с другими животными и хорошо ладят с детьми. У нас питомник, у нас как бы она не одна, плюс у нас есть кошки дома, у нас двое детей, то есть и вообще проблем нету. То есть они очень настолько вот позитивные, такие ласковые, то есть не агрессивная порода, они вот не как все терьеры, как бы это вот бриллиант терьеров считается, вот это вот про них. При уходе за Дэнди Динмонт Терьером особое внимание стоит уделять социализации и воспитанию собаки с самого детства. Также необходимо следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Ну и, конечно, нельзя забывать об уходе за шерстью питомца. Порода эта не линяющая, она жесткошерстная. Их тримингуют, ну и расчесывают как бы. Но такого прям сложного ухода нет. Шерсть не имеет запаха, то есть и дома шерсти, естественно, нет, потому что они жесткошерстные. То есть для дома очень удобная и небольшая. Вообще, как вот в Англии считается, что это бабкина собачка. То есть они не как все терьеры, то есть они очень такие спокойные, комфортные. Ну, то есть вот есть время, вы там погуляли, ну, то есть прям таких каких-то физических нагрузок не требуют. То есть достаточно, ну, вот, комфортно, то есть любят игрушки поиграть. То есть время, поиграли, нет время, ну, и ради бога, как бы она может и поспать на диванчике. Средняя продолжительность жизни Дэнди Динмонт Терьера составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!